Приветствую вас на своем канале. Очень много на просторах интернета красивых разных вязаных сердечек. Вот сегодня мне понравилось вот такое симметричное сердечко. Оно, как вы видите, с разными размерами сторон. Вот, и вот такая вот зауженная, скажем так, заостренная нижняя часть. Мне очень понравился такой вариант. Сегодня я вам хочу показать в увеличенном виде, то есть я буду вязать ниточкой в два сложения и побольше крючок. Если вы возьмете тоненькую хлопковую ниточку, то в принципе такое сердечко получается около 5-6 максимум сантиметров. Я же сделала, как вы видите, гораздо покрупнее. Наполнять такое сердечко можно абсолютно любым наполнителем. Это может быть, к примеру, как у меня холофайбер, это может быть какой-то синтепон, синтепух, даже самая, в принципе, обычная вата, если у вас сердечко, к примеру, на брелочек, подойдет вполне. Вот. Можете использовать какие-то различные остаточки, возможно, у вас, в принципе, сердечко принято вязать красным цветом, но, если честно, мне кажется, на мой взгляд, можно его вязать абсолютно любым на ваш вкус, и в итоге можно его, допустим, присоединить к фурнитуре на брелочек и в итоге подарить вместо валентиночки на предстоящий день Святого Валентина. Кому понравилось сердечко, лайкайте, кому интересно, приступаем к вязанию, запасайтесь хорошим настроением и терпением. Мы начинаем вязать. Начинаем мы с кольцами гуруми, обхватываем рабочей ниточкой указательный и средний палец. Далее делаем закрепительную петлю. И у нас получилось движущее кольцо амигуруми. Если вы потянете за коротенький хвостик ниточку, то кольцо начинает уменьшаться в размерах. Далее в это колечко мы набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем кольцо. У нас получилось по кругу провязанных 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы добавим количество столбиков в 2 раза, то есть в каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Вводим крючок в первую петлю, набрасываем коротенький хвостик ниточку и провязываем первый столбик сюда в петелечку и второй столбик, то есть прибавление. В следующую петлю мы также делаем прибавление, первый столбик и сюда же второй. Далее я бросаю вот этот коротенький хвостик ниточки и продолжаю в третью петлю делать 2 столбика без накида. В четвертую петлю 2 столбика, в пятую петлю 2 столбика и в шестую, последнюю петлю ряда провязываем 2 столбика. В конце второго ряда по кругу у нас провязано 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем чередовать, провязывая то столбик без накида, и в каждую вторую петлю ряда будем делать прибавление, провязывать по 2 столбика без накида. Итак, в первую петлю столбик, во вторую петлю 2 столбика, в третью петлю столбик, в четвертую петлю 2 столбика, в пятую петлю столбик, в шестую петлю 2 столбика, далее в седьмую петлю столбик, в восьмую 2 столбика, в девятую петлю столбик, в десятую 2 столбика и последний раз в одиннадцатую петлю столбик и в последнюю петлю 12 2 столбика. Сделали 6 прибавлений в ряду, и в конце третьего ряда у нас по кругу провязано 18 столбиков без накида. Далее я рекомендую вам взять либо ниточку контрастного цвета, либо вот эту нить, которая осталась у нас хвостик при наборочном, скажем так, крае, и подвинуть его в начало четвертого ряда. Вот так, между первой и последней петлей ряда, то есть вытащить его. Далее мы отметили начало четвертого ряда. В четвертом ряду мы будем чередовать 2 раза по столбику и в каждую третью петлю ряда делать прибавление, провязывать по 2 столбика. То есть в первую петлю мы провязываем 1 столбик без накида, во вторую петлю 2 столбик без накида и в третью петлю ряда делаем прибавление 2 столбика в одну петлю. Снова повторяем столбик в четвертую петлю, в пятую петлю столбик 2. И далее в шестую петлю делаем прибавление 2 столбика в одну петлю. Снова столбик, в следующую петлю столбик, а в каждую третью петлю ряда 2 столбика.
И так еще чередуем 3 раза. Столбик 1, столбик 2 и прибавление 2 столбика в одну петлю. Столбик, столбик и 2 столбика прибавления. И последний, 6-й раз, столбик 1, в следующую петлю столбик 2 и прибавление 2 столбика в одну петлю. Далее рекомендую вам, уже мы хвостик вот этот ниточки, мы его спрятали, то есть мы его закрепили благодаря тому, что провязали начальные столбики вместе с этим краешком. Вот, этот краешек нам не нужен, мы его просто будем в начало каждого ряда отмечать для того, чтобы не считать количество петель. Но для тех, кто начинает, я рекомендую все-таки считать каждый ряд. И в конце четвертого ряда, если вы считаете, должно у нас получиться 24 столбика, провязанных по кругу. В пятом ряду мы будем чередовать уже 3 раза по столбику и в каждую четвертую петлю ряда делать прибавление. И в конце у нас ряда должно получиться 30 столбиков. То есть в каждом ряду мы добавляем по 6 столбиков. Итак, начинаем провязывать первый столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. А в четвертую петлю провязываем 2 столбика, то есть делаем прибавление. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую петлю столбик 3, а над прибавлением предыдущего ряда, если вы обратите внимание, делаем прибавление в этом ряду. То есть прибавление у нас делятся на сектора. И очень четко видно, что в каждом последующем ряду добавляется по одному столбику без накида между вот этими секторами прибавления. Снова столбик 1, второй столбик в следующую петлю, третий столбик в следующую петлю, а над прибавлением предыдущего ряда делаем прибавление. И так чередуем до конца ряда, до вот этой вот отметочки ниточки. 3 раза по столбику делаем и в каждую четвертую петлю провязываем 2 столбика. Далее переносим ниточку в начало 6 ряда, отмечаем начало 6 ряда. И начиная с 6 по 9 ряд, то есть 6, 7, 8 и 9 ряд, 4 ряда, нам нужно провязать по 30 столбиков в каждом ряду. То есть в каждую петельку провязываем по столбику в 6, 7, 8 и 9 ряду. Начинаем с первой петельки и провязываем. Если у вас начнет немножечко кружочек сужаться и казаться, что он становится такой вот шапочкообразной, значит вы вяжете все правильно. Довязали 4 ряда и теперь ниточку вытаскиваем, вот эту рабочую петлю, сантиметров на 15-20 и отрезаем. Далее берем, вытаскиваем вот этот хвостик ниточки, он нам не нужен больше здесь, я его завязала немножечко. Вот, у нас должно остаться вот такое вот шапочкообразное вязание с длинным хвостиком, вот так. И теперь мы приступаем ко второй половинке сердечка, которая будет немножечко больше. При этом мы берем снова ту же ниточку, которую отрезали, вот. И начинаем все заново с нашего кольца амигуруми. Обхватываем указательный и средний палец. Далее делаем закрепительную петлю. И точно так же набираем 6 столбиков без накида в кольцо. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко за короткий хвостик. И, в принципе, будем делать все то же самое, что и делали на протяжении вывязывания первой части сердечка маленькой, будем ее называть, а сейчас будет немножечко в увеличенном виде. Стягиваем колечко до тех пор, чтобы не осталось вот здесь по центру дырочки. Теперь находим первую петельку и будем увеличивать снова количество столбиков в ряду в 2 раза. И накладываем вот так коротенький хвостик на эту петлю и провязываем первый столбик без накида и сюда же второй столбик без накида. Далее в следующую петельку первый столбик и сюда же второй столбик. И так все 6 петелек. Третий раз первый столбик, сюда же второй столбик. Четвертый раз первый столбик, сюда же второй. Пятый первый столбик и сюда же второй. И шестой раз первый столбик, сюда же второй. В конце второго ряда у нас по кругу провязано 12 столбиков.
В третьем ряду мы с вами добавим еще 6 столбиков, чередуя, провязывая то столбик, то прибавление 2 столбика, то столбик, то прибавление. Поэтому начинаем с первой петли, провязываем столбик, во вторую петлю прибавление 2 столбика, в третью петлю столбик, в четвертую петлю 2 столбика. Далее в пятую столбик, в шестую прибавление, в седьмую петлю столбик, в восьмую прибавление 2 столбика, в девятую столбик, в десятую прибавление, в одиннадцатую столбик, в двенадцатую петлю, последнюю петлю ряда, прибавление 2 столбика. В конце третьего ряда по кругу у нас 18 провязанных столбиков. Итак, мы ставим снова вот эту завязанную коротенькую ниточку в начало ряда, отмечаем начало следующего ряда. И в следующем ряду мы в четвертом, получается, от начала будем чередовать столбик-столбик, то есть два раза по столбику, и в каждую третью петлю будем делать прибавление, как мы с вами делали четвертый ряд вот в этой части, то есть столбик-столбик, прибавление. В следующем ряду мы будем чередовать уже три раза по столбику и в каждую четвертую петлю делать прибавление. И таким образом увеличивать точно так же, как мы увеличивали вот это донышко до вывязывания просто столбиков. Мы увеличивали до 30, то в этом донышке мы будем увеличивать на один ряд больше. То есть остановимся на шестом ряду провязывания 4 столбика чередуя и делать в каждую пятую петлю прибавление, пока у нас не получится 36 столбиков. А так пока продолжаем увеличивать количество столбиков между прибавлениями. Сейчас мы будем провязывать 2 раза по столбику, в пятом ряду 3 раза по столбику чередовать с прибавлениями и в шестом ряду 4 столбика и чередовать с прибавлениями. Затем на седьмом ряду мы с вами остановимся. Итак, в четвертом ряду прочередовали 2 столбика прибавления, и в конце ряда у нас 24 провязанных столбика. Я точно так же, как и в прошлый раз, отрезаю вот этот хвостик коротенькой ниточки. Он мне здесь не нужен, я им буду отмечать начало каждого последующего ряда. В пятом ряду я продолжаю чередовать уже 3 столбика и делать в каждую четвертую петлю прибавление. И снова у нас получается прибавление делается над прибавлениями в предыдущем ряду, но увеличивается количество столбиков между прибавлениями. Если вы посмотрите на свое вязание, то четко видно, вот оно прибавление, вот ряд прибавления, вот, вот и вот. То есть их всего 6 раз делается. 6 как бы таких вот ячеек получается. И все, 3 столбика чередуем с прибавлениями. И в следующем ряду 4 столбика чередуем с прибавлениями. Довязали 6 рядочков донышка, увеличили до 36 столбиков по кругу. Теперь переносим нашу ниточку в начало 7 ряда. И начиная с 7 по 11 ряд, то есть 5 рядочков, нам нужно провязать просто по столбику в каждую петельку предыдущего ряда столбика. То есть получается в 7 ряду мы провяжем по столбику без накида в каждую петельку. Вот так вот до конца 7 ряда, 8, 9, 10 и 11. И снова у нас вязание будет немножечко закругляться. И диаметр второй условной шапочки, второй части сердечка, будет немного больше, ровно на один ряд, чем мы с вами провязали предыдущий. Вот здесь вот предыдущий краешек сердечка. Завершили мы провязывать до 11 ряда включительно 36 столбиков. И теперь я предлагаю вам привытащить вот эту последнюю крайнюю петельку. Ниточку я пока убираю, она мне не нужна. И сейчас должны мы соединить две вот такие вот, скажем, половиночки. Вот такая между ними разница, обратите внимание. И я снова восстановила вот эту петельку, то есть я ввела крючок и вытащила петельку вместо того, чтобы была просто ниточка. Мне сейчас петелька показалась более будет удобнее для последующей работы. Я беру, поворачиваю большое полушарие передом внутренней стороны к себе. Смотрите, здесь вот идут петельки. Первая, вторая, третья после вот этой рабочей ниточки. Я отсчитываю третью петельку и ввожу в нее крючок вот таким вот образом.
Далее нам нужно вот этой ниточкой хвостик, который мы оставляли 15-20 сантиметров, я вам говорила, нам нужно сшить вместе детальки. Каким образом это сделать? Смотрите, вот эта петелька третья должна совпадать с первой петлей после той, которую мы оставили при вытащенной с маленького полушария. То есть сейчас я беру, одеваю эту петлю обратно на крючок, затем ввожу третью петельку от большого полушария вот здесь вот с внутренней стороны и ближайшую полупетельку, ну вот даже можно петлю полностью, не полупетельку, следующую по ходу вязания маленького полушария. То есть вот таким вот образом у меня получилось две внутренние стороны двух полушарий. И я провязываю столбики без накида вот таким вот образом. Первый столбик, затем я ввожу во вторую петельку и здесь в следующую петлю. И провязываю второй столбик без накида. И в следующую третью петельку. И здесь третья петля по ходу. Провязала 3 столбика без накида. Далее хорошо затягиваю эту петлю на крючке и вытаскиваю сквозь нее рабочую ниточку. Затягиваю. Затем я ее отрезаю, чтобы она мне не мешала. И ставлю в начало ряда снова ниточку для того, чтобы отметить начало первого ряда после вот этих сшивания и соединения двух половинок. Теперь мы находим первую петлю рабочую. Вот она у нас с маленького полушария, первая петелька после петель сшивания. И начиная с нее отсчитываю 9 столбиков без накида. Итак, первый столбик, следующую петлю второй столбик, следующую петлю третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Далее в десятую петлю я делаю 2 столбика без накида, то есть прибавление. Далее снова я, получается, начинаю отсчитывать 9 столбиков и в десятую петлю делаю прибавление 2 столбика. В каждую десятую петлю нам нужно провязать в этом ряду 6 раз. Первый раз мы уже связали с вами. Сейчас я отсчитываю 9 столбиков, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова делаю прибавление в десятую петлю. 2 столбика без накида провязываю в одну петельку. Снова отсчитываю 9 петель по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Дальше я не трогаю следующую петельку. Они у нас петли сшивания. С другой стороны полушария 8, 9. И в десятую петлю делаю прибавление 2 столбика. Первый столбик и сюда же второй столбик. И продолжаю по большому полушарию идти снова 9 столбиков в десятую прибавление. 9 столбиков в десятую прибавление. Три раза мы с вами сделали, еще три раза остается вам сделать прибавление, пока не дойдете до вот этой ниточки, где мы отметили начало-конец ряда. Итак, после прибавления отсчитываем снова 9 столбиков. 1, 2, 3 и так далее. И делаем прибавление. Дошли до конца первого ряда после соединения. В следующем ряду мы провяжем наши столбики, образовавшиеся теперь на 6 столбиков больше, чем при соединении. То есть сейчас по кругу на 66 столбиков мы провязываем второй ряд просто по столбику в каждую петлю. Начинаем вот здесь вот с самого-самого уголочка начальный столбик провязывать. И в каждую последующую петлю провязываем по одному столбику 66 раз. Далее в третьем ряду отмечаем начало ряда и провязываем, отсчитывая 30 столбиков без накида от начала ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и еще 10 столбиков. 21, 22,
23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й и 30-й. И мы оказались по центру между первым полушарием и вторым. Вот эти полушария мы будем уже между ними сначала, скажем так, вот здесь вот, и в конце первого полушария, и в начале, и в конце второго полушария. То есть между, получается, сердечками будем делать убавление. 30 столбиков провязали, теперь будем делать убавление. Как делается убавление? Смотрите, берется только лишь передние полупетли следующих двух петель или следующих двух столбиков. Вот таким вот образом мы нанизали. И такой же вяжется столбик без накида. Вот так захватывается рабочая нить, и сквозь две полупетельки пропускается рабочая нить. Сделали убавление, теперь провязываем 32 столбика без накида. И вот здесь делаем убавление. Я сейчас отсчитывать 32 столбика вслух не буду. Я просто провязываю и встречаемся с вами через 32 столбика. Отсчитали 32 столбика, и до конца ряда у нас остается 2 петельки. Мы захватываем только лишь за передние полупетли 2 петель и провязываем столбик без накида. Таким образом мы делаем убавление и совмещаем из 2 столбиков, делая 1. Вот маркер наш, ниточку переносим в начало следующего ряда. Мы убавили в этом ряду 2 петли, соответственно 64 столбика, провязанных по кругу. В четвертом ряду мы с вами прочередуем, провязывая 30 столбиков и делая каждый 31 и 32 столбик ряда, провязывать будем вместе. То есть делаем снова 2 убавления, но через 30 столбиков 2 раза. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4 и так далее столбик и затем сделаем убавление. Пока провязываем 30 столбиков без накида. 30 столбиков провязаны, и теперь 31 и 32 полупетельку захватываем столбиков, только лишь верхние вот эти полупетли, и провязываем столбик без накида. То есть 30 столбиков провязали, сделали убавление. Теперь со следующего столбика снова отсчитываем 30 столбиков, и в конце ряда на двух последних петлях сделаем убавление. Убавление делаем точно так же, захватывая передние полупетельки двух следующих столбиков и провязываем столбик без накида за только лишь передние полупетли. Далее, следующий ряд, пятый по счету, мы провязываем точно так же, отсчитывая 30 столбиков без накида, затем сделаем убавление, и следующее убавление мы сделаем через 28 столбиков. То есть сейчас, начиная вот с первой петли, мы отсчитываем точно так же 30 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. Убавление делаем снова за передние полупетельки двух столбиков последующих и провязываем столбик без накида за 2 передние полупетельки. Теперь отсчитываем 28 столбиков без накида и снова сделаем убавление, тем самым убавив 2 столбика в этом ряду. И в конце, получается, пятого ряда от ряда соединения у нас получится по кругу 60 провязанных столбиков вместе с убавлениями. Провязали 28 столбиков и снова за 2 передние полупетельки 2 последних столбика ряда захватываем и провязываем убавление, столбик без накида за 2 передние полупетельки. У нас по кругу 60 столбиков, и теперь в шестом ряду мы снова переносим ниточку, и начинается ряд с убавления. То есть мы сейчас в начале ряда сразу же делаем убавление за 2 передние полупетельки, первую и вторую петлю, захватываем и провязываем столбик без накида. Далее отсчитываем 26 столбиков без накида и снова сделаем убавление. Начиная со следующей петли, отсчитываем первый, второй столбик и так далее. 26. Отсчитали 26 столбиков и делаем убавление. Снова за 2 передние полупетельки делаем убавление. Столбик без накида. И повторим еще раз, делая убавление. 26 столбиков убавления. То есть сейчас мы начинаем с убавления. Как закончили, получается, первую часть, так и начинаем вторую часть.
два рядом убавления у нас будет. Далее отсчитываем 26 столбиков. И в конце ряда мы также сделаем второе убавление с другой стороны 26 столбиков или четвертое убавление в этом ряду. В конце шестого ряда также делаем убавление на двух последних полупетельках ряда. Мы провязываем столбик без накида. В конце этого шестого ряда у нас по кругу 56 провязанных столбиков без накида. Теперь седьмой ряд мы просто провяжем эти 56 столбиков по кругу, начиная с первой петельки. Хотите, можете отметить начало ряда, как мы всегда это делаем ниточкой. Хотите, можете отсчитывать просто 56 столбиков. Я, пожалуй, отмечу, я не люблю путаться, поэтому вот первая петля, первый столбик, далее и так далее. Без каких-либо убавлений и изменений. 56 раз. Переносим ниточку в начало восьмого ряда. В восьмом ряду мы будем чередовать, делая убавление. Затем провяжем 24 столбика и снова сделаем убавление. И так два раза, убавив снова 4 петельки или 4 столбика в ряду. Итак, начинаем мы ряд с убавления. Поэтому заводим снова за 2 передние полупетельки первой и второй петли ряда. И провязываем столбик без накида. Далее нам нужно отсчитать 24 столбика, провязывая их столбиками без накида. И затем снова сделаем убавление. 24 столбика провязанных. Далее делаем убавление, захватывая следующие 2 полупетельки передние. Провязываем столбик без накида за 2 петельки, совмещая в одну. Сделали убавление, и теперь еще раз нам нужно повторить все то же самое. Убавление, 24 столбика и убавление в конце ряда. Поэтому начинаем мы с убавления, то есть у нас получается 2 убавления подряд идут. И далее снова 24 столбика отсчитываем со следующей петли. В конце ряда делаем убавление, захватываем снова за передние полупетельки. 2 петли следующие оставшиеся в конце ряда и провязываем столбик без накида. В конце восьмого ряда у нас осталось 52 столбика по кругу, поэтому в начале девятого ряда отмечаем ниточкой и провязываем просто эти 52 столбика по кругу, то есть в каждую петельку по столбику 52 раза. Находим первую петлю, провязываем столбик, вторую и так далее. В десятом ряду мы продолжаем делать убавление. Убавление мы будем чередовать с 22 столбиками без накида. В начале ряда мы делаем, как и прежде, убавление. Захватываем столбик без накида за передние 2 полупетли ряда. Далее отсчитываем 22 столбика без накида. И провязываем снова убавление. После убавления отсчитываем первый столбик, второй столбик, всего, чтобы получилось 22. 22 столбика провязали, теперь делаем убавление. Снова за передние полупетельки 2 столбика провязываем вместе столбиком без накида. И еще раз точно так же нам нужно сделать убавление сразу же. Это получается в середине вязания 2 убавления подряд. Затем отсчитываем 22 столбика снова. И в конце этого ряда мы сделаем еще четвертое убавление, тем самым убавив 4 раза по столбику. И в конце, получается, 10 ряда у нас должно остаться 48 столбиков, провязанных по кругу вместе с убавлениями. В конце ряда делаем убавление, снова провязываем столбик без накида за передние только лишь полупетельки, оставшиеся от 2 столбиков. И оставшиеся теперь по кругу провязанные 48 столбиков в 11 ряду мы просто провяжем каждую петельку по одному столбику 48 раз. Отмечаем начало ряда и провязываем 48 столбиков. В 12 ряду мы чередуем убавление, 20 столбиков, убавление и так 2 раза. Снова убавим мы 4 столбика в этом ряду. Вот, поэтому ряд начинаем мы с убавления. 2 передние полупетельки захватываем и совмещаем их одним столбиком без накида. Далее отсчитываем 20 столбиков и после них делаем сразу же убавление. Провязали 20 столбиков, делаем убавление за 2 передние полупетельки, провязываем столбик без накида. Далее снова мы делаем, начиная с убавления,
Повторяем убавление 20 столбиков и убавление в конце ряда. В конце 12 ряда делаем убавление. И у нас остается провязанных 44 столбика по кругу. И теперь мы эти 44 столбика в 13 ряду просто провяжем без изменения в каждую петельку по одному столбику 44 раза. В 14 ряду мы прочередуем убавление 18 столбиков, убавление 2 раза. И у нас останется в 15 ряду провязать 40 столбиков по кругу. В 16 ряду мы чередуем убавление 16 столбиков, убавление и так 2 раза. В итоге в 17 ряду у нас будет по кругу 36 столбиков без накида. В 18 ряду мы чередуем убавление 14 столбиков, убавление и так 2 раза. И тогда в 19 ряду у нас останется провязать 32 столбика без накида. В 20 ряду мы провяжем убавление 12 столбиков, убавление и так 2 раза. Тем самым в 21 ряду мы получим всего 28 столбиков по кругу. Предлагаю вам с 21 ряда начать постепенно наполнять ваше сердечко, потому что с последующим рядом отверстие у нас будет закрываться, и вам будет трудно добраться вот до вот этих мест. Поэтому я предлагаю вам наполнять, насколько вы, скажем, сможете, и чтобы вам удобно было вязать, придав аккуратную красивую форму сердечку. И с 22 ряда мы продолжаем делать убавление, чередуя убавление 10 столбиков, убавление и так 2 раза. В 23 ряду у вас должно получиться при провязывании 23 ряда 24 столбика без накида. Итак, мы продолжаем делать ряд с убавлениями, ряд просто столбиков, ряд с убавлениями, ряд просто столбиков. В 24 ряду мы чередуем убавление 8 столбиков, убавление 2 раза. И в итоге в 25 ряду мы имеем 20 столбиков без накида. Итак, чередуем убавление, 8 столбиков, убавление. В 26 ряду мы чередуем убавление, 6 столбиков, убавление, 2 раза. И затем в 27 ряду провязываем 16 столбиков без накида. В 28 ряду мы чередуем убавление, 4 столбика, убавление, и так 2 раза. В 29 ряду мы получим всего 12 столбиков. Итак, в 28 ряду убавление, 4 столбика, убавление. В 30 ряду мы прочередуем убавление, 2 столбика, убавление 2 раза. В 31 ряду у нас останется провязать 8 столбиков по кругу. После 31 ряда мы наполняем по максимуму вот это отверстие уголка сердечка. И теперь делаем 4 подряд убавления. То есть мы захватываем только лишь, как всегда, передние полупетельки. Это будет сейчас сделать достаточно сложно. Вы можете взять крючок потоньше, если у вас совсем не получается захватить. Вот. Но мы делаем подряд 4 убавления. Итак, вот первое убавление. Провязали столбик без накида за 2 полупетельки. Второе убавление. Провязали столбик без накида за 2 полупетельки. Третье. И последнее, четвертое. У нас было всего 8 столбиков, соответственно, 4 раза по убавлению. И все. Теперь нам остается лишь только отрезать ниточку, вдеть ее в иголочку и стянуть вот это отверстие, чтобы оно было максимально закрытое и чтобы наш наполнитель не вытаскивался оттуда. Вдели ниточку в иголочку и теперь поочередно вот такими стежками мелкими мы переходим и стягиваем петли за передние полупетли через одну. Теперь затягиваем хорошо. Можете еще раз пропустить. Вот. И вот этот хвостик вы можете крючком, либо же снова я вдену в иголочку и пропустить сквозь сердечко где-то в центре. То есть, чтобы его спрятать, максимально нужно аккуратненько это сделать. И желательно воспользоваться иглой потоньше и подлиннее, для того, чтобы нигде не зацепить, скажем, ни себя, ни вязание. Вот таким вот образом. И хорошо-хорошо мелкими шажками мы протаскиваем аккуратненько иголочку. Можете воспользоваться плоскогубцами, если совсем все туго, вот как у меня в данном случае. Но я сейчас постараюсь туда-обратно попродевать, и вот у меня получается уже вытащить.
Вот, все. Теперь мы аккуратненько можем крючочек продеть вовнутрь и протащить наполнитель немножко ближе к вот этому уголочку, чтобы максимально все у вас было заполнено. Вот. Все, продели мы наполнитель в уголок. И теперь отрезаю я вот эту ниточку. Она у нас уже зафиксирована, так как я еле ее продела вовнутрь, то значит здесь все максимально туго. Вот, все, в итоге получилось у нас вот такое сердечко. Благодаря тому, что я его вязала в две нити толстым крючком, оно у меня получилось в размер с мою ладонь. Вот, соответственно, если вы вязали ниточкой потоньше, какой-то, допустим, хлопковой или акриловой, то у вас получится размер сердечка поменьше, и получится оно гораздо мягче. Вот, ну, в принципе, у меня получилось как мягкая игрушка, то есть наполнение я не слишком забивала, и получилось достаточно аккуратно. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всех с наступающим Днем Святого Валентина, всех влюбленных, счастья вам и любви, ровных петелек, пока-пока!